Он лежал на диване, я его не могла успокоить, он плакал сильно. И все, я не знаю, что со мной произошло. Я начала его избивать. Потом положила на одеялко, начала одеялком сильно сдавить. Потом уже, когда начала отходить, поняла, что я наделала. Взяла его на руки, начала успокаивать его. И вокруг меня старший сын бегал, и я споткнулась за палас и упала прямо на ребенка. И он потом уже начал хрипеть. В семье растет еще 3-летний ребенок. Однако его отец, проживающий в городе Красноярске, пояснил, что судьба ребенка его не интересует. В настоящее время второй ребенок помещен под наблюдение в районную больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Прокуратура района организовала проверку, в ходе которой будет установлена причина и условия совершенного преступления, а также дана оценка органам системы профилактики.